Всем привет! Сейчас будет распаковка заказов Фаберлик. Тут в основном подарки на Новый год. Так, сейчас мы сегодня с Дианой делаем вам распаковочку и обзор заказика. Сейчас только-только привезли его. Вот, при вас прям открываем. Кому может быть это интересно, как приходят заказы. Вот. Здесь в основном у меня новогодние подарочки. Вот как раз посмотрим. Я тоже некоторые из них первый раз заказываю. Новиночки. Так, ну, наверное... Так, сейчас мы уберем коробочку и будем вам доставать, как обычно, и показывать. Так, ну что, вот у нас пришел каталог. По-моему, это новый каталог. 18-й. Действует с 11 декабря по 31 декабря. Вот такой вот новогодний каталог. И два каких-то купончика. Зимние скидки. В общем, дальше продолжаем. Так, это пена для бритья для мужчин. 8-й элемент. Такой мы тоже заказываем первый раз. Артикул 6801. Сколько здесь у нас миллилитров? 200 миллилитров. Вот опять фокус начал играть. 200 миллилитров во флакончике. О! Во все стороны разлетелось. Какая хорошая. Вот такая густая. Смотрите. А запах? Ой, какой мужской. Прям такой насыщенный аромат. Очень приятный. Так, это средство для мытья посуды. Гель. Гель ультраконцентрат для мытья посуды. Я такой тоже себе недавно взяла. Чистота и блеск без разводов с малинкой. Так. 365. Розового цвета. Очень даже густой, хороший гель. Это у нас такие наборы. Гель для душа и шампунь, бальзам 2 в 1. Так, у нас получается 4 наборчика. Раз, два, три, четыре. Да, вот 4 наборчика. Такой новогодний дизайн, как вы видите. Очень симпатичный и такой приятный цвет. Так, сначала гель для душа. Морозные ягоды. Так, держи. 29,66 артикул. Здесь 250 миллилитров. Гель для душа, морозные ягоды. Давай посмотрим, какой там. Густой? Густой довольно-таки. Прозрачный. Сейчас все руки намазюкаем. Всеми средствами. Да? Ой, пахнет как приятно. Даже чем это вот пахнет? Ну вот есть. Ягоды есть какие-то? Ягоды, но вот что-то еще. И очень вкусные. Вкусные, ага. В общем, приятный, вкусный. Не знаю, ничего там. Дальше. Дальше у нас... шампунь, бальзам 2 в 1. Зимняя защита. Артикул 186, тоже 250 миллилитров. Тоже густой, да? Густой, довольно-таки. Да. Но он такой с перламутром. Ну, красивый. Вообще. Не знаю даже, что за аромат, но он тоже очень приятный. В общем, вот. Артикулы показали. 4 наборчика показали. Так, это у нас шампунь и бальзам 2 в 1. Как он называется у нас? Мармеладный микс. Артикул. Чуть-чуть поверни. 32,80 миллилитров у нас здесь. 200 миллилитров. Так, мармеладный давай. Будем пробовать мармеладный. Все на руку льем. Нравится, что они не жидкие, такие довольно-таки густые. Вот такой прозрачный, желтенький. Чувствуешь какой-нибудь запах? Да, мармеладный. Мармеладный? Он, мне кажется, с чем-то похож. Вот с гелем для душа, что ли? Да. Или... Не, больше шампунем. Или шампунем. Это тоже, ну, что-то похоже, да? Очень похоже друг дружку. Очень вкусный. Ну, вкусный, очень. Приятный, да. Следующий у нас три наборчика. Три набора? Три штуки крема. Кремушки. Это крем для лица, рук и тела. Такой универсальный крем. Вот такая баночка. Значит, артикул у нас 26,50. Здесь 150 миллилитров.
В общем, это дочь, ты видишь, что ультрапитательный крем для рук, лица и тела. Ультрапитательный. Угу. Ну, один это нам, а два других на подарочки. Можно открыть один. Вот, зафольгированный. Я, по-моему, такой похожий брала в прошлом году. Вот в этом году тоже. Ну, мне нравится, когда можно... Да, да, открывай. Мне нравится, когда можно быстренько намазюкать и лицо, и тело, и ручки. Ну, такой. Пустой. Нет, он просто это лежал боком и перекатился с одного. Вот такой вот аромат. Ну, аромат. Ой, кстати, тоже какой-то такой приятный ароматик. Ой, мне нравится, когда есть парфюмерная отдушка яркая, а не когда она бледная и нет аромата. Так. Ну как по ощущениям ручки? Давай сюда красивые ручки свои покажи. Ну как? Впитался хорошо, да? Очень, да, кожа мягкая стала. И запах. И маникюр такой классный у нас. Ой, прелесть. Так, в общем, классный крем. Классный. Ну вот я беру каждый год, наверное, разные они. Ну, я думаю, состав один и тот же, просто упаковка разная. Вот, мне нравится. На зиму самый то питательный крем. Так, и 4 крема для рук, уже просто для рук. Интенсивное питание. Тоже такой дизайн, как у шампуня и геля, да, новогодний. Так, у нас сначала артикул 2649, здесь 75 миллилитров. Так, крем для рук, интенсивное питание. Ну и что-то там написано. Закрытый, мы уж не будем его открывать. Это нехорошо будет на подарочке открытый крем. Этот-то мы открыли, потому что один это нам. Вот, так что не будем открывать. Извините, показать не можем. Ну, я дизайн думаю, классный. Запахом, да, по запаху, мне кажется, тоже вот похоже, что это уже не на подарки, это нам. Это как его? Зубная паста, лечебные травы. Отсвечивает чуть-чуть. Лечебные травы, что там еще написано что-нибудь? Зубная паста для всей семьи, кислородная, профилактическая, тройное действие. Противовоспалительное действие. Зверобой, ромашка и ванчай. Так, артикул у нас какой там? Ой, какой мелкий артикул, не знаю. 2244 артикул, 75 миллилитров. Ну, зубная паста. Открывать будем, тоже зафольгирована. Ну, мне интересно посмотреть, какая она на... Ой, она такая нежно-зелененького цвета. Мятного. А пахнет как-то? Очень вкусно. Да? Давай. Все уж намажем. И зубную пасту тоже. Такая прям... Ой, освежающая какая, да? Очень освежающая, да. Очень хорошая. И какие-то травками пахнет. Не сильно вот это, когда прям травами пахнет. Нет, это мятой пахнет больше. Очень приятно, да. Ой, классно. Зубки прям вообще будут. Свежее дыхание облегчает понимание. Так. Это салфеточки, влажные салфетки для удаления пятен. Когда нужно срочно удалить на рукавах или на воротничке. Так, экспресс удаление пятен. У меня уже такие были, я их тоже покупаю каждую зиму. Так, артикул у нас... артикул 3552. Здесь у нас сколько штук? 20 штук в упаковочке. Ой, как у меня помощник хороший сегодня. Ага. Ой, такая прелесть мимимишная. Это бальзамчик для губ. Вот. Решила посмотреть, как он будет. Может быть, или себе, или Есенюшке, если понравится. Можно. Так, да, давай открывай, потому что это нам... Что там есть артикул? Артикул есть. Это 40999. Ванильный бальзам для губ, да. Ой, какой он прикольный. Ух ты! Так, это мы на руку уж, наверное, мазать не да будем. Не будем. Запах какой. Приятный ванильно-кабуцеточный. Слушай, что-то уже не знаю. Мне кажется, вот как кремушек пахнет. Да? Нет? Блин, да. Очень похоже. Очень, очень приятно. Или да. Все уже смешалось. Но очень такой, да, как рука. Мне кажется, приятный. Попробуешь? Да нет. Не будешь? А что, попробуй, если хочешь. Ой, какой! Нежненький. Мазать одно удовольствие. Он прям вот растекается мгновенно. Да. Ну, и очень вкусненький. Мне кажется, он питательный. Не липкий? Нет. Угу. Вообще нет. А там, не знаю, не помню, что написано, питательный или какой был.
В общем, вот такой, смотрите, на подарочек, мне кажется, вот хороший. Это у нас фигурное туалетное мыло. Карамельная звезда называется, чтобы вы понимали. Очень красивое. Надо посмотреть. Одно тоже для нас, так что мы откроем. Вот у нас артикул. Вот писали бы все вот так вот крупными буквами, ну, цифрами. 29,72. 60 грамм. Карамельное. Да-да-да. Одно мыло точно для нас, поэтому очень интересно посмотреть и... Нет аромата, нет, если честно. Выглядит как звезда. Как звезда. Ровная. Прям ровненькая такая звездочка. А что, запаха нет? Mm-mm. Есть. Какой? Есть карамельный запах. Есть. Но не такой яркий, как остальные вот эти вот наши средства. Да. Запах почти что нет. Ну, такой интересный. Прям он такой гладкий, ровный. Как этот. Пластмассовый, да? Но он не пластмассовый. Есть легкий-легкий нежный аромат. Может быть, когда будем... Ну, когда мылиться будем? Да-да-да. Может, он появится. Ну, ладно, пусть будет. Отдаленный. Я зато думаю, он не будет размыливаться очень много. Вот, знаете, спасибо. Бывает, мыло размыливается и превращается в какую-то какашку. Ой, простите. Так, в общем, вот мыло такое у нас тоже на подарочке. Мне нравится дизайн новогодний. Вот самое то, что мне нравится. Так, и это мыло у нас мужское. Так, кусковое мыло мужское. Морской аромат с древесно-пряным аккордом скружит вам голову. Используется для очищения кожи и для бритья. Ну, в общем, это мужской. Так, вот артикул 29,61, 90 грамм. Это вот на подарочки два, а одно для нас. Сейчас откроем, посмотрим. Я раньше не очень любила такие твердые мыло, твердое мыло, а сейчас мне очень даже нравится. Вот мне чем нравится Faberlic, оно не размыливается и не превращается в кашу. Да. Да, вот это вот очень хорошо. Тоже такой прям квадратик ровненький, но запах мужской. Очень приятный, вкусный. Очень вкусный. Мне кажется, это будет мой женский, наш. Потому что он нежный. Он не такой вот, как это сказать, ядовитый, прям мужской-мужской, а такой, не знаю, мне нравится. Все, на этом все, мои хорошие. Всем пока-пока.